Друзья, доброе утро. Сегодня 8.05.16 года. Погода стоит прекрасная. Цель моего сегодняшнего осмотра — посмотреть состояние семей, как развиваются. Последний раз осматривал месяц назад. И вот эта вот семейка была очень слабой. Она, собственно говоря, и сейчас слабая. Вот. Ну вот интересно, что за месяц произошло, в какую сторону изменилось, в худшую или в лучшую. Вот, на нее тут был еще напад. Вот стамесочку забыл, сейчас стамесочку принесу. Ну вот, как я говорил, у нее был напад, муравьи накинулись, несмотря на то, что я, собственно говоря, принимал меры, но тем не менее так получилось. Вот. Семья на шести рамочках, надо было сократить, конечно, но не стал, решил посмотреть, что будет, оставить так. Ну, сейчас, собственно говоря, и посмотрим. Первая у нас кормовая. Вот здесь нормально. Это вот я положил лепесточку от лекаря, чтобы семейка быстрее развивалась, маточка могла сеять. Вот, посмотрим, каков результат. Так, вторая рамочка. Маточка бегает. Так, есть расплодик. И немного засела. Расплодик и немного засела. Хорошо. Ну и вот, соответственно, третья рамочка. Его рамочка хорошая. Есть расплодик, засева много. Отлично. Довольно засева много. С этой стороны тоже засев. Хорошо, для этой слабенькой семейки отлично. Ну и следующая будет тоже. Также в засеве, я думаю, значит, беспокоить больше не буду. Но пока все нормально. Беспокоить больше не буду. На улице около где-то 11 градусов сейчас. Ну, поэтому думаю, что нормально. Семейка должна выправиться. Все нормально. Вот муравьи мешает, но уже выгнал, слава богу, из муравейника, поэтому беспокоить больше не буду. Ну вот, как бы вот так. Сейчас пойдем посмотрим, что у нас второй семейки. Она посильнее. Посмотрим, увидим. Ну вот вторая семейка. Семейка, конечно, посильнее. Посмотрим, какие изменения за месяц произошли в этой семейке. Достанем первую рамочку кормовую. Мы берем в ромконос, чтобы она нам не мешалась. Ну а потом, если кормов мало, заменим ее. Посмотрим,
хочу полное, все равно хватает. Берем, пока я сторонка, чтобы не мешалась. Вот и дальше. Кормов и тут ничего нету, не засело, ничего нету. Смотрим дальше. Серга. Иду, серга. И тишина. Расплоды. Пойдем в следующую рамочку. Пойдем дальше. Смотрим. Так, вот маточка у нас бегает. Расплод есть, засев есть. Здесь тоже. И засеяло. И все. Хорошо. 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 Естественно, дым трутовика, дымарик с трутовиком. Неплохо. Неплохо. Все в засеве. Пустые в засеве. Так, кирга и засеяло. И здесь засеет, все засеет. Вот это да. Так, ну здесь тоже кормовая больше. Данная кормовая. Кормов им хватает, наверное, оставлю-ка я им еще бочинку и сушь. Еще все матки уже скоро некуда будет съесть. Ну вот тоже кормовая. Последнюю посмотрим, что с ней творится. О, она и пустая. Ой, плесень даже. Нет, уберем-ка мы ее обязательно вообще отсюда. Она нам не портила всю картину. Ну и вот, принес суши овощинку. Попробуем, как это подвинем кормовую сюда, к ней
Наверное, сюда вот лощиночку поставлю. И ближе к маточке. Матка была, по-моему, на третью. Нельзя смотреть. Ближе к маточке, наверное, поставим рамочку с тушью. Здесь, наверное, пусть будет здесь. Вверх еще положу сиропчик с апивитаминкой, совсем немного, пусть доедают его, докушивают. Должно быть хорошо, надеюсь на это. Ну, собственно говоря, вот как-то вот так вот. Дальше будет видно, посмотрим. Если на ваш взгляд что-то сделал правильно или неправильно, напишите. Ну и все, подписывайтесь на канал. Всем удачи!